Человек, начавший историю нашего края. В этом году основателю городов-крепостей Корсуна и Симбирска Богдану Хитрово исполнилось 403 года. В течение всего 1648 года он руководил постройкой града Симбирска, расположенного на высоком берегу Волги. На этом же месте, но спустя 400 лет, установлен памятник градостроителю. К монументу возложили цветы студенты, школьники и представители городской администрации. А творческие коллективы города подготовили театрализованное представление и рассказали историю Симбирска. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.